не успел повернуть. Серьезная авария произошла сегодня днем на Мамадышском тракте. На его пересечении с улицы Интернациональная столкнулись Mitsubishi Outlander и Lada Largus. В результате удара пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Ее госпитализировали с места аварии. Подробности у Алины Бережной. Сразу после аварии с места происшествия госпитализировали пассажирку «Лады Ларгус». Другие участники аварии, несмотря на сильный удар, не пострадали. Водителя иномарки спасло то, что удар пришелся в правую заднюю дверь. Мужчина отметил, что стоял на светофоре на Мамадышском тракте. Ждал, когда загорится стрелка, разрешающая поворот на улицу Интернациональная. Когда дождался, начал движение. Но тут его машину врезалась «Лада Ларгус». Как уверен владелец Mitsubishi, хозяин отечественной легковушки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. У него был красный, все машины стояли. Перед ним проскочил Форд, я его пропустил, начал движение, а этот летит еще. И я даже не успел ничего. Я же вот удар-то был, где вот, смотрите, меня на 360 градусов практически развернул. Какая скорость такую машину подвинуть? Второй участник аварии от комментариев воздержался, но признавать свою вину молодой человек не спешил, считая, что не нарушил правила дорожного движения. С места происшествия в больницу скорая помощь забрала пассажирку «Лады». Водители не пострадали. Он ехал, говорит, на зеленый. Про меня он согласился, что он на данный момент гаишнику сказал, что он согласен, что ехал я на красный, на стрелку, но он ехал на зеленый, он такого быть не может. Свою правоту водитель иномарки намерен доказывать как с помощью видеорегистратора, так и очевидцев. Алина Бережная, Ратназибов, Азат Самигуллин, вызов 112.